Копать, так копать. Испытатель гидроизделий Александр захотел испытать судьбу. Задумался о возможной смене профессии, но для начала решил попробовать. Обратился в нашу акцию «Хочу и могу». И механизатор Сергей помог механизировать это желание. Меня зовут Васёв Александр, мне 41 год. Я работаю испытателем гидроизделий и хочу поуправлять экскаватором. Меня зовут Степанченко Сергей, я механизатор. Сегодня исполню желание Александра и научу его управлять экскаватором. Давайте попробуем поуправлять экскаватором. Прежде чем заводить экскаватор, приступать к эксплуатации, надо убедиться, что ваш рычаг на гидравлику в выключенном состоянии. Если мы его опускаем в это состояние вниз, то у нас начинает все работать. Можете обратить внимание, стрела, ковш, левый джойстик — это на управление, поворот вправо, влево, соответственно, и рукоять на себя, от себя. Второй рычаг, тоже 4 действия у него — это на сжатие ковша, на разжатие ковша, на подъем стрелы и на отпускание стрелы. Попробуйте, в общем, вместо меня только на воздухе. Ну, понятно. Без копания без земли. Без копания, да. Да. А потом уже с землей. Все, главное с рычагами помягче. Все. Отпускаем. Отпускайте. Это у нас рукоять. Попробуйте тоже туда-сюда. Поуправлять экскаватором я захотел для того, чтобы понять для себя, нужно это мне, сложно это. Возможно, пойду учиться на экскаваторщика. Теперь, Александр, давайте попробуем маленечко поработать. Элементарное самое. Зачерпнем землю. Отводите рукоять, опускаете стрелу и делаете захват ковшом. Сжимаете ковш, сжимаете до конца, еще до конца. Вот так вот, все. Вот. Ведите туда дальше ее. Вот. Поднимайте стрелу. Поднимайте выше. Самое сложное — это найти алгоритм, дергать рычаги правильно. То есть руки должны работать как единое целое. Давайте попробуем сейчас, сымитируем, как будто вы грузите автомобиль. Так же самое подчерпните, повернитесь маленечко влево и на высоко поднятом стреле высыпайте грунт. Не забывайте, соответственно, это на поворот у нас, право-лево, а это на ковшик. Самое главное, вот не забывайте про поворот, не путайте их местами. Все, можете приступать. Самое запоминающееся — это когда ты управляешь экскаватором, понимаешь, что такая мощь, зачерпываешь, переносишь. Получается у вас, ну, пока медленно, но перспективы очень хорошие. В принципе, учитесь. У меня тоже есть свое желание. Я очень хочу научиться летать на вертолете.